Туристичний бізнес-форум стартував у Запоріжжі. Протягом 2 днів у місті відбудуться дискусії та майстер-класи від провідних спеціалістів з організації фестивалів, маркетингу, гастрономічного бізнесу та туризму. У Запоріжжі цей захід проходить вже вдруге. Цього разу перший день фестивалю відбувається у Палаці спорту «Юність». Завтра ж учасники та гості зберуться у туристичному інформаційному центрі. Если Запорожье не будет быстро реагировать на все тренды, то я вам хочу сказать, мы можем отстать до бесконечности. Потому что каждый областной город, посмотрите, я имею в виду наши соседи и на Западной Украине, уже давно занялись этим, потому что это реальная прибыль и наполнение в бюджет города, новые возможности, новые инвесторы. Форум проходить за ініціативи Департаменту культури та туризму Запорізької міськради. До організації долучились більше 10 установ, а головним партнером форуму став комбінат «Запоріжсталь». Туризм создает огромное количество рабочих мест. Несколько маленьких ресторанчиков могут создать больше рабочих мест, чем целое современное предприятие, потому что все современные предприятия, они автоматизированы. И именно поэтому комбинат «Запорожсталь» настолько активно поддерживает все туристические инициативы, потому что мы хотим сделать наш город лучше, привлекательнее и для горожан, и сделать больше рабочих мест не только на комбинате «Запорожсталь».